В этом году ульяновцы отмечают День ТОЗ уже в 12-й раз. И с каждым годом все масштабнее. Ведь самоуправлений становится все больше. На праздник приехали активисты со всех уголков нашего региона. Ну, у нас на сегодняшний момент уже только действующих в качестве лица 418. Мы первые привожки округи по количеству ТОЗ юрлиц. И вторые, так сказать, в России. Деятельность ульяновские самоуправления ведут разностороннюю, поэтому всех присутствующих ждала интересная и насыщенная развлекательная программа. Одной из самых ярких площадок стала выставка достижений ТОЗ. Дегустация выпечки, картины, украшения и игрушки, сделанные активистами. Во многих самоуправлениях работают пекарни, центры здоровья, услугами которых местные жители пользуются совершенно бесплатно. Помимо творческих работ на выставке достижений ТОЗ представлены и изделия, которые ульяновцы делают для солдат, находящихся в зоне специальной военной операции. Это окопные свечи, термобелье, подушки для госпиталей и многое другое. ТОЗовцы не только пекут хлеб, приводят в порядок придомовые территории. Это сообщество друзей и единомышленников, которые не заставят своих жителей скучать. Вот и на праздники многочисленные творческие коллективы развлекали гостей. Веселые песни, танцы и конкурсы впечатлили гостей мероприятия. Очень красочно, очень вообще, ну, прям такое воздушное прям настроение. Все. А творческие работы вообще прям большое впечатление остается. Столько работ, столько умельцев, это вообще здорово, здорово. Также состоялась торжественная церемония награждения председателей, активистов ТОЗ и общественников, помогающих им. Поздравить их приехали заместитель губернатора Александр Коробко, глава города Александр Балдакин и многие другие. А проводимые мероприятия объединяют жителей, делают жизнь ярче и интереснее. Уважаемые ТОЗцы, я благодарю вас за преданность своему делу, за вашу активную гражданскую позицию, неравнодушие и стремление к сплочению во благо Ульяновской области. День ТОЗ можно по праву считать массовым народным праздником, ведь на территории общественных самоуправлений проживает четверть жителей нашего региона. В Ульяновск регулярно приезжают делегации из других городов России, чтобы перенять наш успешный опыт. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.